Добрый день, меня зовут Андрей, я менеджер компании «Электромотор» по продаже электродвигателей и моторедукторов. Что надо знать для выбора моторедуктора? Для выбора редуктора надо знать его тип. Например, планетарный редуктор, червячный или цилиндрический. Надо также знать обороты на выходе. И мощность двигателя. Если мощность неизвестна, желательно знать крутящий момент. И, наконец, надо знать монтажное исполнение редуктора, вариант сборки. Они бывают, допустим, для планетарных редукторов на лапах, фланцевые. Ну и также его расположение, то есть валом вниз, валом вверх, горизонтально, вертикально. Обращайтесь в нашу компанию, будем рады вам помочь.